Я уверена это постановка Фокина. Потому что она может просмотреть карточки Павловой, много снимков, понимаешь? Вот это все-таки подано. Я думаю, что это стоит тебе когда-то работать над этим номером. Возможности. Как-то приблизить, отразить мне вот своим настроением, ну, своим даром, понимаешь, что Фокин пишет об этом, что ты его же постановки создала своим настроением, своим пониманием, что номер. Когда, ты помнишь, я не знаю, ты помнишь, не помнишь, мы приезжала тоже с Кожарева, помню, вот. И у нее начало, я не помню, что она была, но начало это абсолютно точно то, что мы вот так делали. То есть, да, по диагонали? Абсолютно по диагонали, даже помнили на все. И центр, где есть такое национальное вращение, Это тоже была остановленная. Но думаю, что она, мы все-таки очень близко по вот, сохранению постановки Фокина. Ревина, вы говорили, что Ваганов, да, и... Гретин Яхин и Ваганов, да, показал этот номер, и Виктор Санкт-Семенов. Понимаете, тогда ведь это был 25-й год, а Павел уехал в 12-м году. Ну, и потом тогда с номерами так смело не обращались, как сейчас. Не горячие, да. Сейчас неудобно переменил, удобно там сидеть. Заменил, мне кажется, что это лучше, чем у балетмейстера сделано. Тогда более, так сказать, профессионально подходили к этому и серьезно относились к творчеству балетмейстера. Да, и лет мало прошло. И лет мало прошло для перемен, да. А потом просто, ну, во мне законсервировалось. Потому что она никак ничего влияние меня не на меня влияние никакое не имеет со стороны каких-то людей. Было, но очень такое плавное. Идите так. Нет, вот этот поворот нельзя делать. Смотри, вот такой поворот нельзя делать. Поворот только медленный. Вот. И даже как бы так немножко с затяжкой стоит. Попробуй. Да. Так, исходное положение возьми. И долго, бери долго. Теперь выпрямляйся. Так, круг еще, взмах крыла, еще взмах крыла, больше-больше динамичнее, еще, шаг вперед и раз, стой, пауза,
Пап, и у тебя пауза, и у меня. Вот. Трудно. Очень трудно, Наталья. Конечно, трудно сразу чувствовать, а кто же сразу почувствует это? Вот. Да, хорошо. Вдохнула. Пошла, да. Настроение сюда. Сильные лопатки. Так, вперед, вверх, да? Опоздала. Руки, руки, сразу. Пошла. Куда того? Хорошо. Хорошо, хорошо. Налево. Направо. Немножко задержите. И... Только руки вошли. Только руки вошли. Вот так. Да. Как хочешь. Хочешь эту руку вы нашли? Хочешь эту? Важно, чтобы был вот этот характер. Да, Мария, как тебе сказать? Ну как бы вот крыло надломанное, это положение. Ну что вздохнуло, это положение. И потом закрыто. Да, а иногда только раскрывать. Вот так. Вы немножко прорастаете линию для того, чтобы в последний раз подняться. Ты не начинаешь сама чувствовать, как фантазирует. Ну что? Фантазирует меня. На правую ногу растяни и медленно перейди для того, чтобы откинуть кожу. А потом положение вот это, чтобы спина себя все время так же прикатывается, что надо делать. Раз. Ты знаешь что, Наташа? Как тебе сказать? Да, что-то никто не смотрит, что немножко мы с тобой не уловили вот этот момент. Да, не выходит он у нас. Давай посмотрим, как нам сделать так, чтобы это было точно выражало нашу мысль. И вдохнула, опустила. Вдохнула, опустила. Так. И голова, и рука. Нет. Только как ты слышишь, по настроению даже не это не слышишь.